Экстрава, меня зовут Ликей, вы смотрите канал D5 и шоу «По факту». Ровно через месяц стартует 21-й чемпионат мира, который, как всем известно, пройдет в России. По этому случаю мы решили вспомнить самые красивые голы последних мундиалей. Это не топ, поэтому и голы будут расставлены в случайном порядке. Итак, десятка лучших голов последних чемпионатов мира. Лего, 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 лего! В 2002 году в четвертьфинале Рональдиньо забил невероятный гол в ворота сборной Англии. В этой ситуации любой бы делал подачу в штрафную, но волшебник отправил мяч точно в паутинку. Этот гол стал победным, а золотые медали на чемпионате мира взяла как раз сборная Бразилии. А этот шедевр Джо Коул забил на чемпионате мира в Германии в 2006 году в ворота сборной Швеции. Хоть команды сыграли в ничью, не вспомнить этот дальний удар нельзя. На прошлом мундиале в Бразилии Тим Кехилл забил один из лучших голов чемпионата. И гол этот был забит в ворота сборной Голландии. Описывать его смысла нет, смотрите сами. Голы в овертайме всегда особенно, но когда они забиваются так, то их особенность приумножается. В 2006 году Макси Родригес забил сумасшедший гол с лета аж на 98 минуте в ворота Мексики. В 2010 году лучшим бомбардиром чемпионата мира в ЮАР стал Диего Форлан. Среди его голов был и абсолютно сумасшедший удар с лета в ворота самих немцев в матче за третье место. Конечно, все помнят гол Хамеса Родригеса в 1/8 финала прошлого мундиаля, который он забил сборной Уругвая. Гол в этом южноамериканском противостоянии был признан лучшим в 2014 году. Редко можно увидеть такие голы на таких стадиях, еще и от защитников. 8 лет назад в полуфинале капитан сборной Нидерландов Джованни Ван Бронхорст невероятным ударом вывел свою команду вперед. Все на том же чемпионате в ЮАР. В 2010 году один из лучших голов на свой счет записал бывший игрок ЦСКА Кейсуки Хонда. Японец со штрафного прямым ударом поразил ворота датчан, вратарь оказался бессилен. Вряд ли кто-то скажет, что гол Торстена Фринкса в ворота сборной Коста-Рики здесь находится незаслуженно. Возможно, это самый красивый гол чемпионата мира в Германии в 2006 году. Да, абсолютное большинство назовет этот гол шедевром, но лично, на мой взгляд, это вообще лучший гол из тех, что были представлены сегодня. Робин Ван Перси, чемпионат мира 2014 года, невероятный гол самим испанцем. В общем, наслаждайтесь. Я буду рад, как Федор Смолов, который забил самый красивый гол на домашнем чемпионате мира. Если ты поставишь лайк под это видео, а также предлагаю сыграть на выпуск игры «Правда или ложь» и посмотреть видео о 10 вещах, которые должны стать бесплатными.